I believe in the in the evil in human nature. This is a wicked wicked world. In a wicked world wicked people are born. Нечеловеческая жестокость произошла в одной из квартир 16-этажки в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Оперативники прибыли на вызов о похищении ребенка, но обнаружили мертвого младенца Леру. В полицию позвонила мама якобы пропавшей девочки Анастасия. Это произошло утром 29 апреля 2023 года. На вызов в дом номер 15 на улице Платона Клеты выехал экипаж. Когда они зашли в квартиру, то увидели женщину, которая была явно не в себе и беспрестанно кричала, что ее дочь похитили. Как рассказала Анастасия, ночью кто-то позвонил в дверь. Она неторопливо встала с кровати, дошла до входа и посмотрела в глазок. Женщина увидела мужчину, который был похож на ее мужа, отца Леры, поэтому открыла ему дверь. Последнее, что помнит Анастасия, так это то, как мужчина, который стоял на пороге квартиры, плеснул ей в лицо некую жидкость. Далее она проснулась на рассвете в своей же квартире в полном одиночестве. Рядом не было ни мужа, ни ребенка. После этого женщина заявила в полицию. Тем мужчиной оказался Яков Майборода. Он действительно был отцом пропавшей Леры. Он родился в селе Алексеевско-Лазовском Чертковского района. В свои 33 года мужчина получил высшее образование и работал менеджером в частной компании в Ростове. Анастасии Чередниченко, матери дочери, которая позвонила в полицию, 23 года. Она родилась в Ставропольском крае. Шесть лет назад девушка приехала в Ростов-на-Дону, чтобы поступить в медицинский университет. Женщина училась на педиатра и проходила практику в поликлинике микрорайона Суворовский. Однако с недавних пор Анастасия находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. По данным силовиков, семья считалась благополучной. Мать Якова в Ростовской области рассказала, что ее сын буквально трясся над ребенком и не мог причинить ему вреда. Он никогда не допустил бы вот этого всего. Никогда в жизни. Никогда. Мой сын до этого обращался в опеку. Он вызывал участкового, он снимал побои, он вызывал врачей. Он снимал побои в царе Можете обратиться в царе посмотреть. Участковый сказал, и отдел полиции, или как ППСники, вот это, или кто, кого он когда вызывал, он сказал, что у них сейчас на данный момент по новому законодательству, они не имеют права насильно взять у нее анализы. Тут рядом была скорая помощь, он, он вызвал скорую, вызвал наряд милиции. Они сказали, мы не имеем права. Полицейские полностью осмотрели квартиру и примерно через 20 минут нашли в холодильнике расчлененное тело маленькой Леры. Части тела малыша лежали в мисках, некоторые были изрублены. Мой борода и Чередниченко были задержаны, против них было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего группы лиц. В этом доме в Ростове и до 28 апреля не всегда было спокойно. Как-то из окна выпал ребенок, пока его мама выпивала с подругой на лавочке. Также в одном из подъездов у наркоманов случилась передозировка. Были и суициды. Квартиру пара арендовала примерно полгода назад. Особых знакомых в микрорайоне у семьи не было. Мать посещала с малышом врачей. Оба родители ходили на плановые обследования и не вызывали подозрений по своему психическому здоровью. Они не состояли в чатах дома, не принимали участия в жизни района и, в принципе, мало общались с соседями. Но мнения тех, кто все же был с ними знаком, оказались совершенно противоположными. Одни называли Якова и Настю адекватной парой. Другие говорили, что они бесконечно ругались и дрались. После опроса некоторые соседи по площадке рассказали, что семья была нелюдимая, а в квартиру к ним часто приезжали сотрудники ПДН, которых вызывал сам отец семейства. Согласно показаниям соседки по лестничной площадке, Настя боялась своего мужа. Часто выбегала из квартиры с ребенком на руках, когда тот был невменяем. Соседи говорили, что женщина часто ссорилась с супругом, а ребенок плакал на взрыв до полуночи. В местных чатах мнения разошлись. Это мои соседи, они всегда были вменяемыми. Здоровались. Я не видела их в каком-то плохом состоянии, ни в наркотическом, ни в алкогольном. Отец, которого подозревают, часто гулял с малышом после работы. Мамочка тоже. Часто встречались и на этаже, и на улице. «Если бы было что-то, то и крики, и шум слышали бы все соседи на этаже», – писала в группе «Суворовский Ростов» некая женщина. Настя его боялась, он часто кричал на нее, обвинял в предательстве. Не раз слышала крики, но заходить к ним не решилась, – сообщила во время опроса полицейским соседка по тамбуру. «Мамаша – неадекватная малолетка, муж у нее наркоман, на ребенка постоянно орали, семья ужасная, это просто ужас какой-то, они как поселились в нашем доме, так и начался ад, истерика, ругань, постоянные маты, она кричала ⁇ Ребенок кричал ⁇ Бедное дитя ⁇ а на улицу выходили, как ни в чем не бывало ⁇ рассказывала корреспонденту соседка Анастасии и Якова по подъезду. Женщина добавила, что слышали это все, но молчали. Соседка сама несколько раз вызывала в квартиру молодой пары ПДН но никаких результатов это не давало. Приезжают, звонят ко мне. Я рассказываю о том, что слышала, говорю, идите туда, а они мне в ответ, там дверь не открывают. И уезжают. Дитя загубили. Изверги, продолжает Ирина. Девочка у них такая хорошенькая была, видела ее только пару раз, правда. Настя жаловалась, что дочь не спит по ночам. Как там спать дитё может, если постоянно крики и драки? Другая соседка рассказывала, что по звукам, доносящимся из квартиры, понимала, что пара, как она выразилась, пьющая. Я уже поняла, что они пьющие, дерутся, потом пьют, потом снова вместе. Все это было понятно по звукам. Один раз я слышала, как она орала «Помогите, убивают». С учетом слышимости в высотках Суворовского не обратить внимания на крики и плач ребенка соседи не могли, но все как один боялись идти в злополучную квартиру. В день убийства Леры ее криков слышно не было. О жестокой семейной паре горожан еще в марте предупреждала няня убитой малышки, которая с первых дней заботилась о новорожденной Лере. Маргарита, имя изменено по просьбе героини, написала пост в социальных сетях, где рассказала, что мать погибшей девочки Анастасия нанимает нянь, а потом они с супругом проворачивают мошенническую схему, чтобы не платить им. Маргарита назвала супругов неадекватными и опасными. Цитируем часть ее поста. «Убедительное предупреждение для нянь Суворовского и всех остальных Анастасия и Яков. Нанимают нянь, платят неделю, Потом мать начинает плакаться, якобы от нее ушел муж и платить ей нечем. Она давит на жалость, разыгрывают слезную комедию, что она бедная и несчастная. Муж сам вызывает к ней опеку, потому что она бухает, оно так и есть. Муж бросал ее, уходил, он неадекватный, кидался на меня драться при ребенке, не хотел оплачивать мои услуги. Спасибо, муж мой позвонил ему и тут сразу оплатил. Он вообще невменяемый у нее. Она кидается на нянь драться на улице, оскорбляет, бесстыжая, угрожает мне не связывайтесь с ними, поберегите свои нервы, время, свое здоровье. Маргарита рассказала в СМИ подробности жизни семьи, где малышку женщина нянчила почти с первых дней ее жизни. Супруг Насти сразу вызвал у женщины подозрения. Позже няня убедилась, что и мать примерным поведением не отличается. Он был себе на уме. Я еще супругу своему говорю, мне он так не нравится. Я только пришла к ним работать, и он на второй или третий день хлопнул дверью. Ушел от жены, вспоминала Маргарита. Она начинала плакать, жаловаться, ну а мне же, как матери, ее жалко говорю, Настя, ну надо же как-то жить у тебя доченька, живи ради доченьки. Она вроде бы училась в Медуниверситете, тут в Ростове. Пока она была сама, без него у нас все было нормально, но потом вроде начались у нее какие-то, знаете, незначительные помутнения. Стала вести себя как-то неразумно, я думала, ладно, может переживает, что муж ушел. Маргарита рассказала, что пара ссорилась часто, при этом, говорит няня, у ребенка было мало игрушек и одежды. Женщина с помощью своей дочери и знакомых собрала для Леры 4 пакета вещей. Яков купил ребенку только коляску, вспоминает Маргарита. Кроватку ребенку подарила мама Настя, которая помогала семье, хотя сама живет в Кисловодске. Свою внучку живой она так и не увидела. Я ушла от них так, мы пошли с ребенком гулять я завела свою внучку домой к дочери, тут же на Суворовском. Позвонила Насте сказать об этом, а она говорит, «Давай домой иди, чтобы Яша не знал, что ты где-то гуляешь». Минут через десять он мне перезвонил и начал тыкать, типа, «Ты где?». Я ему говорю, «Мы на «ты» не переходили, не хами мне, я завела внучку, сейчас идем домой». Он мне, «Ты не имеешь права никуда уходить, ты для меня никто, как отбросок жизни, ты не человек, ты как прислуга». И то прислугой тебя не назовешь, какая-то бабка старая. Драться на меня кидался, у него глаза всегда были зверя какого-то. Я мужу и дочери говорила, что добром это не кончится. Отца ребенка задержали по горячим следам. Он был либо пьян, либо под действием наркотических веществ. Допросить подозреваемого сразу не удалось, он еще не вернул контакт с реальностью. Мать же сотрудникам органов пришлось сначала отвезти в больницу. Женщину тошнило и рвало, а когда начали доставать из морозильной камеры посуду с останками девочки, плохо стало даже мужикам, рассказывал источник. Не сумев спрятать все улики, мать с отцом перемололи часть останков. В морозильнике был фарш. В квартире силовики нашли следы крови, а на кухне несколько ножей, топор и мясорубку со следами тканей ребенка. Останки выносили в 13 пакетах. Согласно предварительным показаниям супругов, после ухода полицейских они планировали вынести тело дочери и закопать в ближайшей лесополосе. Мать рассчитывала, что напишут заявление о пропаже, и на этом для них все закончится. Когда супруги наладили связь с реальностью, то представили следователям свою версию. Девочка погибла случайно. Якобы отец случайно ударил ее ногой по голове во время ссоры с женой. Она держала Леру на руках. Как сообщает источник, версия отца о случайном ударе подтверждалась и его дальнейшими показаниями. Об этом сообщили и в правоохранительных органах, добавив, что и у матери, и у отца в крови обнаружен синтетический наркотик мефедрон. На теле ребенка были многочисленные травмы и следы побоев. Первичная экспертиза показала, что смерть наступила от удара по голове тупым предметом, но будут еще три посмертные экспертизы, объяснил собеседник редакции СМИ. Их сложность в том, что тело собирается по частям. Следователи предполагали, что версию о ссоре родители преподносили, чтобы гибель ребенка посчитали смертью по неосторожности. Это другая статья, 109 предполагающая срок меньше, чем за умышленное убийство. Выяснилось, что у матери уже была судимость по статье о краже. «Я была не в себе, я видела, что она мертва. Мы хотели избавиться от тела, ножи были тупые, поэтому решили через мясорубку пропустить», — объясняла Анастасия. Женщина все время повторяла, что до убийства ребенка муж избил ее. На теле Анастасии действительно были обнаружены несколько гематом. Отец ребенка заявлял на первичном допросе, что Анастасия была плохой матерью и изменяла ему. В порыве гнева он якобы часто бил ее. По предварительным показаниям Якова Майбороды в тот день он также срывал на ней зло, потому что знакомые сообщили ему об измене жены. Якобы во время драки он со всей силы хотел ударить Настю, но попал в голову дочери. При этом он не объясняет, почему устроил драку с женой, если на руках был младенец. Якова и Анастасию арестовали на два месяца до 28 июня 2023 года. Задержанным была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Прокуратура региона взяла под контроль ход резонансного дела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования уголовного дела. Следствию предстояло установить, от чего точно умерла малышка и чей именно удар оказался для нее смертельным. Судя по всему, сотрудники СК все же придерживались версии именно о преднамеренном убийстве. Вот как комментирует специфику влияния синтетических наркотиков на психику человека специалист по социальной работе Альбина Сафина последние годы ведутся исследования, связывающие употребление наркотиков с развитием психических расстройств и заболеваний. Особенно это касается новых психоактивных веществ синтетического характера, изготавливаемых в лабораториях. Согласно всемирному докладу о наркотиках за 2019 год, 35 миллионов человек в мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков. В связи с появлением новых химических соединений, изменяется и клиническая картина психических заболеваний и расстройств поведения. При клинических наблюдениях в основном преобладают временное помутнение сознания, слуховые галлюцинации угрожающего характера и зрительная галлюцинация, бредовые идеи и состояние ступора. Наблюдаются факты суицида, больные с трудом поддаются лечению. Даже единовременное попадание наркотика в организм может нанести непоправимый ущерб психическому здоровью. Вмешательство синтетических веществ в химические процессы мозга могут нарушить его функционирование без возможности вернуть психику в первоначальное состояние. На данный момент в психиатрических клиниках получают терапию и проходят реабилитацию множество молодых людей, чей опыт употребления наркотиков деструктивно сказался на их будущей и настоящей жизни. Более 50% злоупотребляющих наркотическими веществами имеют какое-либо сопутствующее психическое нарушение. Из них 26% – аффективное расстройство, депрессия или мания – 28% ⁇ тревожное расстройство, почти 18% ⁇ антисоциальное расстройство личности и около 8% ⁇ шизофрению. Таким образом, употребление психоактивных веществ способствует развитию психических расстройств и заболеваний, существенно затрудняющих трудовую деятельность, а также социальную активность и поддержание межличностных отношений. Дорогие подписчики и гости канала, пока идет следствие, вы можете предположить, могло ли быть убийство ребенка преднамеренным, как заведомо считают следователи, или же трагедия произошла по случайности из-за конфликта в паре, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. Пишите ваше мнение об этом деле в комментариях.